Всем здравствуйте. Приехали во Владимир по делам. Я сижу, жду Лёшу. В машине нет малыша, он там спит, умаялась собака. Рано ее подняли. В общем, я хочу вам показать, чем я занимаюсь. И да, и для некоторых специально я покрасуюсь. Я ж только этим и занимаюсь на YouTube, что красуюсь. Это ответ к одному комментарию. В общем, смотрите. Я не знаю, вот это, в общем, будет еще обрезаться, загибаться, не знаю. И даже вот сейчас вот... Блин, а он узкий получается, зараза такая. Я уже замучилась, знаете, я уже и так, и сяк, и уже я не знаю, как его поставить, он мне не вмещается по высоте. Такая громадина. Это к масленице костюм. Как же мне быть-то, а? Он меня сузил. Вот это вот был нормально, а сейчас вот узкий стал. Я не помещаюсь. Короче, в общем, мудрю. Костюм масленица. Там юбка колоколом. В общем, вот это вот приклеила. Сейчас нужно будет пришивать. Но вот он мне прям как-то туго стал. Я не знаю почему. Вот без этой вот штуки, без этого козыречка, был нормально, был свободен. Так, а вот эта вот задняя часть, вот я его покрасила. Здесь он будет покрываться, здесь двойная ткань. А здесь будет просто вот этими блестками сетка с пайетками. И здесь он, соответственно, вот в эту сторону. Да, и как вот мне... Блин, я кокошниками мало занимаюсь, но я их делаю, ну так, как довесок к костюму. А это прям вот вся красота, конечно, в кокошнике он должен быть таким. В общем, делала финтифлюшки всякие разные, чтобы... Сейчас покажу, куда. Чтобы, в общем, вот сюда вот это вот все уложить. Уже и фантики у меня пошли от конфет. И там, почему фантики, скажу, то что, потому что они легкие. Хотела стразы заказать. Хорошо, что не заказала, потому что он сам по себе, ну, такой, ну, массивный. И плюс еще, если стразами, то он вообще будет тяжеленный. Плюс вот эти вот элементы, которые у меня есть, которые сюда выложу, они тяжеловатые. Поэтому они вниз пойдут. Как бы здесь это не страшно. А вот сюда перевешивать нельзя. Потом, знаете, что сделала? В общем, я хожу, я все время думаю об этом костюме. Я и спать не могу, я и есть не могу. В общем, и на прогулке везде у меня мысли гоняются по костюму. И я не знаю, пока вот только начинаю делать, пока руки не доходят до этого. В общем, есть пластилин. Я не знаю, как он точно называется, который быстро затвердевает. Вот я из него шариков накатала. Они же тоже невесомые становятся. И полусферки такие, полушарики. Вот одну я в блёстках. Ну, в общем, в клей, потом в блёстки. И она получается такая, ну, хорошенькая. Как оно будет все это в целом смотреться, я пока точно не знаю. У меня только вот мои вот эти вот предположения какие-то, какие-то наметки. Я ищу, я не знаю. Я уже думаю, может быть, я и зря вот, ну, вот эти пайетки сюда наклеила. Хотя, с другой стороны, оно, конечно, вот оно играет. Оно и должно, вот там должно прям огнем гореть. На юбке юбка красного цвета, у нее вот такого цвета аппликация. Вот плохо вот цвет передается, сейчас солнышко так. То есть такие как пламени сделанные. Вот эти пламени тоже нужно чем-то обработать, ну, чтобы это тоже как-то играло. Просто пайетки, но пришить, во-первых, это долго, потому что юбка полусолнце, и она весь подол в них. А потом слишком как-то, не то что примитивно, а вот... Слишком контурно, что ли. Мне хочется, чтобы это все как-то... Но оно было и контурно, и в то же время, чтобы это как-то плавно переходило. Чтобы было одно единое такое. А не вот что это вот аппликация. Вот, вот думаю, думаю, может быть, краской размазать немножко. Подкрасить красный блестящий вот на этом оранжевом. Как вот, ну, вот как в пламени. А боюсь, а вдруг будет плохо. Вот.
Ну, конечно, можно на образце попробовать приложить, как оно будет смотреться. В общем, пока не попробуешь, не узнаешь. А попробуешь, не понравится, уже переделать нереально. В общем, я костюм это начала, а еще вот как бы толком не продвинулась. И вот теперь я даже вот расстроилась сейчас. Первый раз я только приклеила, сижу, вот клею в машине. Сейчас обшивать буду. И я понимаю, что как-то узковатый он мне. А то переживал, он был, ну, великоват. А вот эту вот штуковину приклеила, и прям он... Ну-ка, еще раз. Он прям давит. Блин, что делать-то, а? Вот скажите мне, люди добрые, кто занимается? И мне вот не нравится, вот оно торчит вот так вот. Оно не должно так торчать. Я, конечно, могу сейчас подрезать. И еще вот так вот, да, наверное, надо подрезать и подложить. Ну, друг на дружку вот так вот завести. С другой стороны, у меня уже готов вот этот чехольчик на нее. Я устала с ним, честно говоря. Но чехольчик бог с ним, тут можно без него обойтись. А как бы наклеить. Ну вот я не люблю клеить. Я люблю раз-раз нитками пришил, и все это. Не нравится, отпорол. И вот его, он же у меня тяжелый стал, когда его, ну, вообще сначала чехол шила. И когда вставила две картонки, он мне прям от ткани. Вообще первый раз такое. Пришлось проклеить, он стал тверже. Вот тут вот два картона. Плюс будет третий картон. Вообще не знаю, будет, конечно, такая массивная штуковина на башке. Ну, не переломится, наверное. Шея не отвалится. Вот поэтому я не хочу утяжелять еще чем-то. Но надо, чтобы он еще держался, чтобы он не свалился. Потому что в движении, я уже думаю, может быть, надо было его поменьше сделать. Но в гармонии вот с этой юбкой, с большой, с кринолином, он не будет таким громоздким. Хотя вот есть еще возможность сейчас, пока я еще их не склеила, пока не уменьшить чуть-чуть. Я прям вообще в растерянности, в потерянности. Я не знаю, что делать. Не знаю, я думаю. А тоже обрежу, а вдруг мне не понравится. Я потом заново переделывать все это. В общем, не знаю. Вот сейчас вот, что мне сделать с ним? Такая ерунда получилась. В общем, буду думать. Вот. Вам всем хорошего настроения. Я хотела вам показать... А у меня вот не переключается. Я хотела вам показать погоду. Какая тут солнечные сосенки. Так вот переверну. Смотрите, как красиво. Не могу поймать, куда я что снимаю. Ну, в общем, солнечный денек. У нас погода немножко морозная. А вообще, вот солнышко днем. Почти каждый день, вот лучики такие. Почти каждый день солнышко, оно выедает как бы снег, снег оседает, прям заметно оседает и вымораживается. Вот где на асфальте снег был, все уже нету, прям вот вымершее. Это хорошо, потому что если вдруг, ну, если так вот будет, то он постепенно сойдет, не будет вот этой воды. А вот если, конечно, сейчас как бахнет плюсовая температура, то мы все поплывем. Ну, посмотрим. В любом случае, зима в этом году классная была. Она как бы началась в зимнее время. И шла. Был одна неделя, наверное, была какой-то небольшой оттепели. Ну, прям вот такой, совсем небольшой. А в основном была ровная, холодная, снежная зима. Чуть ли не каждый день снег валил. И вот, представляете, вот в конце февраля прям вот повеяло весной. Вот сейчас прям воздух весны. Что вечером гуляешь, и день прибавляется заметно с каждыми сутками. Прям вот, ну, видно вечером, все светлее становится. Прям вот как-то, вот знаете, идеальная зима, так вот можно назвать. Еще такая же весна, вот сейчас бы раз, плавненько, так уже теплее бы становилось. Ну, как это полагается, как положено. И лето, чтобы было летом. Вот, было бы здорово. Все, всем хорошего настроения, пока.